Доброго времени суток, кто зашел в гости. Нахожусь я недалеко от Гренобля, город Визирь. Здесь находится замок. Сейчас нахожусь на территории замка, парковая зона. Сам замок я засняла, несколько вариантов. Вечер, солнышко вылезло. До моего автобуса остается минут 40. Нет смысла просто сидеть на остановке, я лучше сниму еще один ролик про этот замок, про парк. Я когда приехала, сняла маленький ролик, потом пошла в замок, пока гуляла по замку. И посмотрела, что по времени я могу еще пройти по кругу вокруг этого канала. Здесь есть скачки, лебеди, гуси, рыба плавает. Вот такая вот территория. Людей немного, сегодня понедельник. Но я туристка, это не мой регион, я живу в Париже. Я приехала, чтобы подняться на склоны. Я поднималась на 1700 на автобусе, там, где был снег, видео загрузила. Иду вдоль канала, там, мне кажется, есть мостик с водопадом. Там я пересеку канал, наверное, я надеюсь, на это обойду. Но это займет минут 10. Сниму замок с разных сторон. Красивый парк. Я гуляла мимо возле этих сосенок в обед. Я приехала, я тут села на... Там есть скамеечка, столик. Я там перекусила бутербродами, которые прихватила с собой. Поделала фотографии. Фотографии у меня на Фейсбуке обычно проскакивают. Ну и что-то беру для заставки. И теперь гуляю по парку вечером. В ожидании своего автобуса. Замок прекрасен. В солнечную погоду, зимой и летом. Красивый парк. Приятно гулять, тихо здесь, хорошо. Яка-ля-пота, какая красота! Как тут классно! Шедеврально просто! Впереди виднеется водопад, там как мостик перейти, и водопад. Ну, тут есть такой маленький водопадик. Дальше идет продолжение парковой зоны. Кто захочет погулять. Тут река уже очень спокойная, практически не движется. Тут сделана как плотина, как я понимаю. Бобры, наверное, здесь не водятся. Немного что-то там ремонт идет. Ну, вот так виден замок издали. На территории парка везде есть скамеечки, столики, зона отдыха оборудована. У меня на посещение замка и съемку ушел день. Но я не спешила, сегодня никаких планов не делала, потому что в горы я уже подымалась, поэтому я хотела именно этот замок еще посмотреть. Я приехала сюда после обеда и вернусь где-то к часам 6. Полшестого я вернусь, наверное. Где-то в 5:40 идет автобус, 40 минут он идет до Гренобля. И около 6 я вернусь в Гренобль.
не спеша, за минут 25-30, гуляя и снимая параллельно, я обошла территорию ближайшую возле замка. Обошла немножко канал возле водопада. По всему парку гулять не буду, да и самое красивое находится здесь. Итак, это был регион Гренобля и замок Визиль. И до новых встреч на моем канале.